Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в принципе, сейчас мы будем продолжать охоту на покемонов. Вот как раз... Ух, да, было там два босса, один уже успел... Не пропал. Какое пропал? Не пропал он. Так, ладно. Отлично. Давайте быстренько туда побежим. У нас уже есть два шайни, ребята, да? Так, Диглет, кто там у нас есть? Давайте сначала Инфернейпа, а потом лучше Эмфорос, так как это водный, и... Давайте вот так, с одного удара. Ну, то вот только что-то я заметил, что с ним... А, вот этого мы хрен догоним. Ладно, что-то с него очень мало так опыта падает, как мне кажется. Ну, хотя фиг его знает. Но вот этого хрена мы догоним, который летает. И, в принципе, он уже пропал, походу, да, это он был. Что я хочу, ребята, сейчас, это поскладывать вещи в сундуки, так как уже, в принципе, можно сказать, полный уже инвентарь, да, чтобы пойти и поискать каких-то покемонов. Давайте сначала вот это все поскладываем. Так, что у нас... Сейчас, секундочку. Давайте тогда уже мы просто-напросто так раскладим, да, чтобы мы уже хотя бы... Рест. О, вот это охрененная. Так, рест, вот это охрененная. Телекинез, нормально. Вот Solar Beam. Вот это реально офигенная атака. Нужно ее потом изучить на Венозавра. И вот Flame Charge. Ну, это потом посмотрим. Сейчас давайте вот это все вот поход сюда. Тут у нас шапки, да? Тут у нас шапки, вот это, то есть это. Отлично. А тут у нас вот эти все поушены, ба-ба-ба-бам, вот эти камни эволюции, покеболы, априконы, вот так. Еще вот так давайте, и вот так давайте. Отлично. Так, давайте тогда, может, фиг его знает. Так, например. А тут у нас что? Тут у нас шапки. Давайте вот так. Этих у нас уже дофига шапок есть, можно сказать. Не то, что дофига, пару штук, но все же. А, о, у нас там еще одна есть. Вот так, отлично. И хлам. Ну, хлам только вот это, что есть. Да, в принципе, пускай вот там оно и стоит. Так, хотели мы пойти поохотиться на покемонов, но уже сейчас ночь будет. Я так думаю, далеко мы отбегать не будем, чтобы сразу... пойти поспать. Давайте сразу же вот то, что я напишу. ТП у нас было какой? 275-300. Так, потому что покерадар, в принципе, пока что не знаю, как ТП-шится. Ну, как бы, не знаю, как это включить, да? А теперь, так, это вот тут, да? Давайте сразу же, в принципе, и напишем. Вдруг найдем, вдруг словим, да? Так, давайте поспим. Отлично. Ну, в принципе, сейчас, ребята, я так думаю, побежали мы куда-то дальше на охоту. В принципе, еда у нас есть, все у нас есть. Можем уже побежать куда-то вот сюда. А, может пустыню какую-то найдем. В принципе, уже нормально будет, если хотя бы мы какую-то пустыню найдем, потому что... ни разу я не видел тут еще пустыни. Вот сколько нам нужно было пробежать, чтобы найти вот тут океан есть. И тут у нас, да, опять равнины. А вот пустыня, фиг его знает. Давайте попытаемся куда-то побежать в ту сторону. Вдруг там да что-то да найдем. Это чё? А в принципе, может... Охренеть, там два покемона босса, но вот туда еще бежать сейчас. Было, конечно, бы намного офигенно, если бы был телепорт, то есть нажал туда и сразу же ты пехнулся. Так, кто у нас там босс? Только не... Нет, не Гастли, они походу в земле все. Нет, Манчлакс. Офиг его знает. Ну, по идее, сможем мы его убить, я так думаю. Так, опять главное быстро не клацать это все. Вот так. Отлично. вот сейчас XP Share выпал. Офигенно. Ну, в принципе, действительно офигенно, так как... В принципе, он пригодится. Сейчас. О. Ну, давайте сначала вот этого убьем. Так.
Отлично. Опять нормально так опыта. Great Ball Moonstone. Отлично. Так, сейчас. Repeat Ball. Нормально. Так. XP-Share, в принципе, уже можно на этого надеть и все. Так. Куда нам бежать? Куда нам бежать? Нам бежать в ту сторону? О, еще один босс. Еще один босс по пути, ребята. Вот так просто действительно с покердарами это бежишь, смотришь туда-сюда, что-то ищешь. Там покемон босс, там покемон босс. Уже два покемона босса. Охренеть просто. И они походу, я не знаю, водили они или нет. По идее нет. Этот походу вообще где-то... А, нет, вот он, отлично. Так. Но вот этого... А, не... О, хотя нет, намного еще даже так нормально. Отлично, отлично, отлично. Так. Нормально. О, Shiny Diglett. Shiny Diglett эволюционирует. Дуптриум. Давай, 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 давай. Просто там еще один покемон босс. Хочется его прибить. А то он сейчас убежит. А, не, он походу летающий, потому что он просто нереально быстро передвигается. Или просто-напросто плавает. Нет, он походу... Он, да, он летающий. Хрен мы его догоним. Так, сейчас. Нет, нет, нет. Того даже нет смысла догонять. Вот. Дуптрио, ребята. 26 уровень. Шайни. Ну, в принципе, я так думаю, чтобы больше, можно сказать, опыта и шло на наших остальных покемонов. Не будем мы больше прокачивать Дуктрио, так как, можно сказать, это его уже максимальная эволюция. И плюс к тому, он шайни. В принципе, он уже прокачался и все. О, ну тут просто ни хрена себе, сколько тут боссов спавнится. Нет, это тот опять. Я думал, он где-то там сидит, ударился в дерево и не может передвигаться, но нет, он там полетел дальше, поэтому нет смысла его опять догонять. Так, этот вот сам на нас напал. Твою мать. Так. Ни хрена себе. Чем? Во, вот, нормально. Нормально, вот этим, я думаю, сможем тебя убить. Отлично, МФРС. Ух, ультрабол выпал. Так, покехил. Давайте покехил, в принципе, будем, ну, используем, да? Вот сейчас, ну, в принципе, чтобы опять домой не возвращаться, потом опять сюда бежать. Так, просто-напросто... Твою мать! Хотел сказать, так просто-напросто использовали покехил, да и все. А я такой бежу, как-то даже не посмотрел, что тут лава. Охренеть. Так, ладно, побежали мы дальше. Че он? Иви, да, Иви. Ладно. Так, лезер. О, точно, нам же было бы офигенно милтанков поубивать, нам же кожа нужна, чтобы хотя бы себе ту же, не ту же, а тот же рюкзак сделать. Так, три. Рюкзак, в принципе, нужен, чтобы дольше мы могли охотиться на боссов, да, чтобы не у нас заполненный инвентарь, да, и нужно идти выкладывать. Нужно идти выкладывать в сундуки вещи. То, что я видел Чикариту, давайте попытаемся ее словить, ребята. Как бы у нас уже есть, у нас уже есть травяной покемон, да, но, как я говорил, типа, у нас будет одна команда, там, можно сказать, с разных типов покемонов, да? Типа разные типы покемонов, там водный, огненный, травяной, дарк, призрак, фиг его знает, там еще что. Еще какие-то там типы, да? Как бы когда у нас будет... Да что-то засыпай-то уже. Когда у нас будет одна команда покемонов, да? То потом мы как бы... Когда она уже будет более-менее, так можно сказать, прокачанная... Когда уже будет, в принципе, она нормальная, да, мы ее просто-напросто вот ту команду да ладно. Иди, ну, не идите, но ты просто
мы ту команду, можно сказать, просто-напросто откладим в компьютер, да, и потом возьмем другую команду. То есть у нас уже есть там у нас уже есть там в компьютере Charmander уже. Charmander есть. Одиш у нас есть. Ну, Shiny Одиш, конечно. А, в принципе, зачем тогда нам Чикарита, если у нас есть Одиш? Хотя это, можно сказать, это еще для следующей команды. В принципе, для следующей нет, так как у нас, в принципе, сейчас еще только первая. О, Виппинг был. Побежали, в принципе, куда-то вот сюда. Сюда. Побежим. Так, что-то... Ну, нет. Побежим и куда-то в эту сторону, попытаемся найти пустыню. Да ну нафиг, еще один шайни. Чуть просто, мне кажется, или в этой версии намного больше. Хотя нет, не скажу, что намного больше, но так, нормально так спавнится и шайни, и покемонов босса. Главное, чтобы не Диглет, и главное, чтобы не Одиш. И главное, чтобы не в земле. Он в земле. А если он в земле, то это походу 100% Одиш. Не Одиш, пожалуйста, не нужен нам Одиш опять. Мы уже нашли два шайни Одиша. Вот, он где-то тут, походу, да? Давайте сразу же вот так на него попытаемся выйти. Кто еще может быть, кроме Диглета? Хрен его знает. Soul Rock? Или... Эй, Арон, да, может еще быть в шахтах. Ну, это фиг его знает. Сейчас посмотрим, ребята, кто это будет. Нужно еще, в принципе, Кирку сделать, то это уже ломается. Сейчас, секундочку. Нет, мне показалось, что под нами там лава. Хотел остановиться копать, но... Только... Эй, ребяточки! Капут, у нас еще один шайни покемон. И не кто-либо, то есть еще один Диглет, а Эйрон. Арон, ну как-то вот так считается. Охренеть, мы его словили с первого покебола. Ах, ну вот то, что немного хреново, то, что нам сейчас будет это выбираться отсюда вот с такой помощью. Потому что у нас нету поке-поке. Не, никакого поке, у нас нету... Да. Телепорта, да. Ну, в принципе, давайте выберемся, постараемся. Так, нужно идти себе кирочку сделать, а то это уже почти что сломалось. А если мы вот так будем выкапываться куда-то за какими-то покемонами идти, то кирка, конечно же, пригодится. Так, отлично. Отлично, ребята, новый покемоша. Арон. И не просто Арон, а Шайни. Офигеть, так. Ну да, в принципе, как это называется, металл, да? Нормально, 15 уровень, то, что я думаю... А, вот, просто, хотел посмотреть, есть ли у нас лишний экспешер, оказалось, есть, так как мы сняли его, в принципе, Шайни Диглета, да? Так, еда, вот, давайте покушаем. Покушай. Сейчас, куда бы нам побежать? В какую сторону нам бежать? То есть нам нужно в ту сторону, да, бежать. Да, куда-то вот туда. Ну, побежали. Не знаю, ребята, будем ли мы идти домой. О, нифига себе, экзекьют. Нет, не будем мы его ловить. Тут их... Нет, не то, что куча, как бы. Видел уже так нормальное количество их тут в этом лесу, как бы. Нужно запомнить, что это не обычный лес, а вот такая ель, да, без снега. Да еще один... Уф, ребят, не буду я туда бежать, только выбежал с этого леса, там опять босс заспанился, нам опять туда, в тот лес возвращаться. Не хочу. Давайте просто-напросто вот сюда прямо побежим. О, а вот сюда, да, вот сюда вернемся, так как это, в принципе, сзади нас. Главное не... О, нет, Дроузи. Так, где... вот он. Ох, так. Ну, чё ты... Во, отлично. Так. И вот так. Отлично, ребята. Фу, отлично. Так,
Аарон, 16 уровень. И давайте-ка мы побежим. Ну, в принципе... Ой, не то наш... Вот. Вот, в принципе, туда мы побежим, ребят, куда мы и бежали. В эту сторону. Сюда побежим, побежим. На карте тут вообще куча... Да, на карте тут вообще куча покемонов. Но это как бы все в воде, да? То есть там... Мэджикарпы и вот эти все остальные. Кто у нас? Иви, что-то. Катерпи. Нет. Мэджикарпы. Ух, ни хрена себе летающие. Тут всякие попадаются. Да ты ж, что ты никогда впереди-то не спавнишься. Заставляешь нас чуть ли не на 100 метров назад возвращаться, чтобы убить покемона-босса. Но он, походу, в земле. Ух. Нет, не буду я, ребята, в землю возвращаться. Лучше мы вот этого убьем, да и все. 43 уровня. Че, голд на... Голд... Нет, не выпали. Не выпали голд наггеты. Вроде они выпадали в предыдущей версии. А вот сейчас уже не выпадают. Кого я там слышал? Нет, ладно. Побежали мы сюда. 40 уровень. Наша первая битва против босс... Нет, против тренера. Да чё за хрень-то? Первая, не первая? Да чё ты не вид... Какой-то... Идит, короче. Чё ты... Хрен тебя попасть можно. Так, ладно. Побежали мы вот сюда. Побежали, побежали, побежали. Давайте дайте нам пустыньку. Ну, в принципе, можно сказать, у нас уже есть первая наша команда. Хотя, вот что я хочу, я думаю, может Дугтрио заменить на какого-то водного покемона. Поэтому, в принципе, сейчас ищу Иви. Если найдем, то можно превратить в Вапуриона. Или, например, Сквидла, если найдем. Фиг его знает, ребята. Так. Так, 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 так. Побежали дальше. Тут действительно, вот тут просто карта какая-то вот такая, что просто нереально какой-то большая равнина, да, и просто они куча лесов, горы и других равнин. Вот то, что, ну, просто смотрите на это. Вот тут что, океан есть, да? А тут, ну, фиг его знает, куда нам бежать. Давайте вот сейчас вниз куда-то туда побежим. Побежим. Не будем мы через лес вот этот перебираться огромнейший. Давайте куда-то вот по равнине вниз побежим. Вдруг действительно там будет какая-то пустыня, хотя бы какая-то маленькая, чтобы словить парочку покемонов. Нет, нету там пустыни. Там, ребята, опять горы. Gold Nugget, да. Так. Наконец-то, ребята. Наконец-то Литвик эволюционирует. Какой он там уже уровень? 40, 41, 42, 43, 44. Давай. Лампен, да? Отлично. Так, в принципе, ребята. Так, ребята, ну что? В принципе, день уже у нас, да, дождался дня, потому что ночь уже как будто долго была. Так, ну вот, ребята, вот у нас Лампен. Ну, он говорит Лэмпен. Лэмпен. Так. Мэджикарап, вот он, давайте. В принципе, Инфернейпа тоже нужно... А, да твою ж. Инфернейпа тоже нужно кинуть, потому что у него нету вот этого. Как его? Да твою же... Нету экспешера, да? Ну, куча, ребята. Уже действительно такая куча всего выпадает, что это капут. Давайте... Во. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. В принципе, нельзя то, что ТП-хаться, это капут, ребята. У нас же тут дом был. Че он... Фиг его знает. Но то, что...
Ладно, домой я знаю, какие координаты, но то, что у нас, в принципе... Хотя нет, ребята, в принципе, я так думаю, давайте на этом закончим вот тут эту серию. Продолжим сразу же, наверное, отсюда же. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.